Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, добрый день. Программа «Особое мнение». Здесь в студии Ксения Ларина, ведущая программы, и Николай Станидзе, как обычно в это время и в этот день недели. Коля, приветствую, здрасте. Добрый вечер. Ну что, судя по тому, что происходит, мир активно готовится к войне. Причем во всех смыслах. Похоже, что даже не гибридной, а, по-моему, уже к Третьей мировой. Поскольку вот на фоне событий в Сирии уже возникают новые участники этой... новые миротворцы, скажем так. Поскольку со своими инициативами выступают уже Саудовская Аравия, которая не проще в Сирии повоевать. По сведениям России, по сведениям Кремля, собирается и Турция там активно принимать участие в коалиции. И на фоне этих событий выходит достаточно такой скандальный документальный или псевдодокументальный фильм «Антиутопия» на BBC под названием «Третья мировая», где в качестве поджигателя войны выступает Россия, современная путинская Россия. Чем ты объясняешь вот эту вот круговерть? Это все случайно или на самом деле до такой степени уже мир настолько уже распух от противоречий и конфликтов, что он готов включиться в войну по-настоящему? Ну, на мой взгляд, это все спрессовало вместе, получилось все интересно и так апокалиптично. На самом деле-то я такого ужаса-то не вижу, честно говоря. Вот. Это все можно разложить на составляющие, и каждая по-своему не так уж страшна. Саудовская Аравия, ну, возможно, действительно развернет там, значит, какие-то свои силы. Наконец-то, если это произойдет, я считаю, наконец-то кто-то развернет сухопутные силы против ИГИЛа. Ничего страшного в этом не будет. Для нас, наши комментарии здесь негативные, потому что мы с Саудовской Аравией, так же, как и с Турцией, здесь вроде бы как по одну сторону баррикад, когда речь идет об ИГИЛе. Но на самом деле у нас там совершенно разные интересы, даже Саудовской Аравии, не говоря уже о Турции. А уж, естественно, если Турция там собирается что-то делать, мы это точно рекламировать не будем. А рекламировать будем только с обратным знаком. Потому что с Турцией у нас, понятно, какие отношения. Вот единственное, что здесь мне представляется действительно угрожающим и жестким, это очередное обострение наших отношений с Турцией. Вот это действительно грозно, на мой взгляд, из всего, что ты перечислила. Угу. Все остальное, это я здесь никаких угроз не вижу. В том числе в фильме, сделанном BBC, в начале Третьей мировой войны мы здесь можем сколько угодно возмущаться и говорить, что он там некачественный, непрофессиональный. Посмотрел? Нет, я не смотрел. Кстати, есть в сети, да. Обращая внимание наших слушателей и зрителей, его можно увидеть. Содержание мне подробно известно. Просто я его посмотрю, пока некогда было. Не вдаваясь там в какие-то профессиональные оценки, которые я себе и не могу позволить, потому что я не видел его. Может быть, и Дмитрий Песков прав, когда говорит, что он там не очень хорошо сделан. Возможно. Но дело же не в этом. Неважно, да. Абсолютно. Не имеет никакого значения. Они же пошли, судя по содержанию, они пошли по очень простому пути. Они взяли ситуацию на юго-востоке Украины, взяли ситуацию в Донбассе и Луганске и просто, не мудрствуя лукаво, ее перенесли в Латвию. Даугавпилс. Тоже какие-то сепаратисты с помощью Кремля захватывают территорию, десяток городов, но разница между Латвией и Украиной одна, но очень существенная. Украина не член НАТО, а Латвия член НАТО. И таким образом натовцы сразу же думают, как помочь, потому что фактически они это воспринимают, и Латвия по этому фильму это воспринимает фактически как иностранное вторжение страны России. НАТО помогает войсками, Россия готовится нанести ядерный удар. Локальный, там по натовскому флоту. Но это тоже тысячи жертв, все, начинается Третья мировая война. Вот фильм. На самом деле, я считаю, что такие фильмы еще будут выходить, и документальные, и художественные, потому что то, что произошло на Украине, а еще до этого в Крыму, в 2014 году, конечно, вдохновит и воспламенит и режиссеров-документалистов,
и режиссеров игрового кино, многочисленных во всем мире, на разные такие произведения, естественно, потому что это угроза. Потому что в значительной части мира это было воспринято как первое после Второй мировой войны попытка, успешная, причем попытка аннексии чужой территории. И потом вот эта вот гибридная война, которая действительно, если бы Украина была членом НАТО, то это было бы чревато Третьей мировой войной. Вот, поэтому, но в самом по себе этом фильме ничего нет, это предупреждение. Это такой расклад того, что возможно в будущем. Ну, на самом деле, что тут удивляться тут нечему. Мы сами свой образ слепили, согласись. Вот то, что сегодня представляет Россия в мире, да, вот именно тот самый образ разносчиков всякой заразы. Я имею в виду, прежде всего, агрессивный, нестабильный, непредсказуемый. Я бы сказал так, источник, совершенно верно, источник непредсказуемый. Очень многие страны мира, и в частности наши соседи по Восточной Европе, воспринимают нас, конечно, как источник непредсказуемости и агрессии. Да, да. Разумеется. Вот про Турцию ты сам заговорил. Действительно, я не знаю, не владею информацией такой, но по ощущениям, наверняка и ты тоже согласишься с этим. Есть такое предчувствие чего-то нехорошего, что там какая партия войны, условно говоря, не знаю, кто ее сегодня, собственно, представляет там в Кремле около имперского главного царского уха, но кто-то явно очень хочет, чтобы здесь было все всерьез и надолго. Всерьез показать Турции ее место. Проблема в том, что здесь нашла коса на камень. Потому что, когда такие отношения возникают там, условно говоря, с Соединенными Штатами Америки, да, то разные режимы, совершенно разная структура принятия последних решений, критических решений. И всегда найдется человек или институт, а это более надежное начало политическое, чем человек. Потому что человек может сэмоционировать, где-то поддаться нервам, поддаться какому-то настроению. Институт все-таки более рационален. И как это произошло, скажем, во время Карибского кризиса в свое время, в 1962 году. И дали задний ход. И был мир на грани Третьей мировой войны, ее не произошло. А когда речь идет о Турции, которая очень нам родственна, как раз по характеру принятия решений. Там у власти один человек, очень авторитарный. Ну, похоже, кстати. Очень авторитарный, да. Очень жесткий, со склонностью к самолюбованию, не любящий давать задний ход. И обидчивый очень. Очень обидчивый, не любящий давать задний ход. И в их отношениях, к тому же, много личного, чего не должно быть на уровне международных и межгосударственных отношений. Вроде бы как дружили, вроде бы он сюда приезжал мечеть открывать, вроде бы такую... Мы так вам верили, товарищ Сталин. А, как может быть, не верили себе. Ближайший был фактически такой приятель, доверенное лицо. Как Тита. Внутренне... Сначала была как прям брат родной. Внутренне был. Близкий человек, но после войны уже не было. А потом, да. Да. Потом предатель. Да. Клика подлых предателей и убийц. Банда Тита Ранковича, подлая шайка предателей и убийц. Вот, его же убить хотел Сталин даже, покушение на него готовил. И вот здесь вот такая обида, потому что были действительно кореша, и тут, и чё ж ты предал? И поэтому ведь сейчас там Путин отказывается с ним встречаться. Все же такие мужики, все же такие мачо. Никто же задний ход не дает, никто вообще не умеет заднюю скорость включать. И поэтому здесь есть очень серьезные угрозы, тем более, что Турция это страна в военном отношении вполне себе серьезная. Делаем небольшой перерыв, вернемся через пару минут в студию. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Возвращаемся в программу «Особое мнение». Сегодня в студии Николай Сванидзе, я Ксения Ларина. Мы говорим о том, как мир готовится к войне, о том, что сегодня толкает в этот котел вполне себе мирных граждан самых разных стран. И вот скажи мне, пожалуйста, вот та самая историческая встреча, о которой сегодня объявлена на Кубе между патриархом и папой римским, это как раз лишний раз подтверждает серьезность угрозы, настоящей угрозы миру. Мне
кажется, это событие вот в этом ряду тоже стоит. Ведь, извини, это впервые вообще за сколько? За тысячелетия? Ну да. Ну, никогда, по-моему, не встречались. Да? Да. Вот что, как ты себе объясняешь вот это был Карибский или Кубинский кризис, это будет Карибский или, да, Кубинский, или даже альянс. Почему на Кубе, в аэропорту? Да? Ну, Куба в этом плане подходящая страна, потому что Куба, с одной стороны, наша подружка, Остров Свободы, смешное довольно название, кстати, надо сказать, которое было воспринималось как адекватное при советской власти, а сейчас называть Кубу Островом Свободы, конечно, откуда бежали люди там сотнями и тысячами в Штаты, на лодках плыли с угрозой утонуть, и тонули с этого Острова Свободы. Ну да ладно. Ну так скажи, это историческое событие? Историческое, конечно. Значит, я тебе просто, вот рассуждая сам, пытаюсь понять, почему на Кубе. Удобное место. Потому что, с одной стороны, очень-очень большой и многолетний, с 59-го года, собственно говоря, с революции, наш союзник. А с другой стороны, католическая страна. Угу. Естественно. Латинская католическая страна. И поэтому удобное место, удобная площадка для разговора и для там объятий, я не знаю, как они там будут здороваться друг с другом, двух первых лиц христианского мира. Это, конечно, очень удобно. А что касается последствий, в любом случае, главное последствие – это сам факт встречи. Конечно, это то, что останется в истории. Конечно. И патриарх, наш патриарх Кирилл, он с этим уже вошел в историю. Да. Все это произойдет так, как они планируют, да. И мне не знаю, мне очень понравилась мотивация, которую озвучил владыка Илларион, если я правильно помню. Именно угроза для христианского мира. Для христианского мира. Да. И забыть все наши внутренние противоречия, да, во имя действительно мира во всем мире. Это как раз тот самый случай, то, о чем говорят и в мире большой политики, в взаимоотношениях, там, не знаю, России и Запада, еще даже конкретнее России и Америки, еще конкретнее Путина и Обамы, что они тоже, по идее, должны забыть обо всем и сесть и подумать, что делать дальше-то. Ну да, ну там не обязательно Путин с Обамой, что, потому что там Обама уже уходящая натура. Но не важно. Да, да. Можно было бы, конечно. Я думаю, что это в конце концов будет происходить, потому что, я повторяю, у меня нет здесь такого ощущения страшной мировой угрозы. Угроза идет совершенно с другой стороны. Я не знаю, что об этом думают наши военные, судя по... Про ИГИЛ, ты говоришь? Да, не только про ИГИЛ, вообще про угрозу из Афганистана. От Талибана, который фактически смыкает с ИГИЛом. Конечно, угроза идет оттуда. Угроза идет со стороны Азии. Потому что неужели всерьез кто-то из наших политиков или военных, ну, озвучивать это приятно, конечно. Потому что приятнее воевать там, пусть виртуально, но с Америкой, чем с какими-то там дикими племенами фанатичными. Но реально-то угроза идет именно оттуда, что Запад сытый, с очень высоким уровнем жизни будет нападать, что ли, на кого-то. Ну, так, если в сухом остатке. Да? Нет, разумеется. Разумеется, нет. Все, что он делает из своих чисто эгоистических, естественно, соображений для того, чтобы стабилизировать международную ситуацию. Кроме этого, ему ничего не нужно. Угу. Чтобы ситуация была стабильной, это позволяло бы им дальше спокойно, сыто жить и развиваться. Вот что они хотят. Как всякая сытая страна, как всякая сытая семья, которой не нужна по соседству никакая агрессия, никакая непредсказуемость, никакой пьяницы, которая бегает с топором по лестнице. Это все не нужно. Поэтому, если предпринимаются какие-то действия по изоляции этого человека, то просто для того, чтобы дети спали спокойно. А с другой стороны, конечно, здесь очевидная угроза. Очевидная угроза. Вот сейчас, когда основные силы, западные, американские в частности, ушли из Афганистана, ну, оттуда просто веет очень опасный ветер, естественно. И, возвращаясь к теме встречи двух христианских первых лиц, конечно, тема правильная. Абсолютно. И здесь при всем желании никакого негатива
здесь обнаружить невозможно. Вот сам факт этой встречи – это сплошной позитив. Владимир Путин, сейчас, конечно, жизнь тяжелая, поскольку каждый день какие-нибудь неприятности со всех сторон. То в коррупции обвинят, то какое-нибудь кино покажут, то еще что-нибудь. Да, сочувственно относишься. А вот теперь смотри, про Польшу хотела просто, чтобы ты тоже прокомментировал это событие, что 6 лет в этом году уже будет с момента трагического события, когда рухнул под Смоленском польский самолет с президентом. Вот смотри, на 6-м году вдруг силовики польские обнаруживают, что расследование совсем шло не так, что была масса фактов от них скрыта, и что в итоге есть у них подозрение, что самолет развалился в воздухе еще до того, как зацепился за деревья, что свидетельствует о том, что что-то было на борту не так, как я понимаю. И в итоге они теперь инициируют новое расследование самостоятельное. По сути, в этом во всем, безусловно, содержится, опять же, некое обвинение в адрес российской стороны. Это случайно или это тоже вот в этом ряду претензий к России? Ну, отношения с Польшей очень плохие. Сложные, да. Назовем их сложными, хотя на самом деле они плохие. Вот. Но я, честно говоря, пока не могу понять... Как коррелирует вот эта вот информация о том, что самолет развалился в воздухе, с претензиями в адрес России. Потому что если он развалился в воздухе, самолет-то летел из Польши. И, что это намек на то, что его подбили ракетой земля-воздух? Нет, действительно, наверное... Что-то скрывает российская сторона, что-то скрывает. В общем, главный месседж этого, да? Да. В общем, что, короче говоря, недорасследовано. Mm-hmm. Недорасследовано, по мнению вот инициаторов вот этого нового расследования, а это, между прочим, польское министерство обороны. Недорасследовано под влиянием российской стороны, которые придавили польскую сторону и настояли на своей версии. Вот, а на самом деле все было по-другому, на самом деле все нужно расследовать заново. Ну, так или иначе, ничего хорошего для российско-польских отношений это не содержит вот это вот предстоящее расследование. В любом случае, поскольку оно начато, инициировано, очевидно, с желанием все проверить от и до и проверить, честна ли была российская сторона. Вот, если именно с таким настроением инициируется новое расследование, то понятно, к чему оно может привести. А почему раньше молчали? 6 лет почти прошло, 5,5, да? Ну, почему? А почему раньше? Почему доклад Политвиненко был сейчас? Объясни. Вот. Почему? Вот я тебе как раз именно это хотел сказать. Что держали все эти карты за пазухой? Почему сейчас про Литвиненко? А почему сейчас фильм по BBC про Третью мировую войну? Да. Почему? Потому что... Тогда стал Владимир Владимирович потому всех? Потому что существенно изменился международный расклад за эти годы. И если 6 лет назад Россия была, немножко инфантерибль чуть-чуть, но, в общем, в основном свой член международного сообщества и очень мощный, заметный, с которым нужна, некая игра, некая цыганочка с выходом, очень-очень с ними нужно сложно работать, но все-таки они в основном свои. То теперь-то не свои, а теперь Россия воспринимается как источник стратегической угрозы и перечисляется уже второй год наряду с главными другими международными угрозами, причем перечисляется мировыми лидерами первого ряда, в частности, американским президентом. Там наряду со страшными заболеваниями, наряду с ИГИЛом, как огромная... Такое ощущение, что ИГИЛ меньше занимает. Как огромная стратегическая угроза, потому что у ИГИЛа нет ядерного оружия. И поэтому, конечно, отношение другое. Все по всем линиям, по всем пунктам другое отношение. То, что раньше бы простили, или закрыли на это глаза, или сгладили бы, сказали, бог с ними, ну зачем же так-то? Нам же с ними жить. То теперь приходит к выводу, что жизнь все равно совместная плохая, и все достают из сундуков, все скелеты из шкафов, они теперь предстанут общественному взору. Опасный этот путь. Вот этот путь, когда человек в угол загоняет. В нем абсолютно ничего хорошего. Простите, нет. Давайте у нас сейчас перерыв небольшой. Вернемся через несколько минут. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь в студии ведущие Ксения Ларина и Николай Сванидзе. А что же Путин? А Путин объявляет патриотизм национальной идеей. Если мы говорим уже о внутренней политике в этой части нашего разговора, тут пишет нам Борис на СМС. «Дорогой Николай, вы один можете напомнить Путину. Патриотизм как нацидею первым объявил Дуче». Это действительно так? Ну да, но, понимаете, действительно так. Но это еще не делает патриотизм плохим понятием. Мало ли, а если бы Дуче сказал, что лучше выходить в дверь, а не в окно, мы бы что, сразу все стали в окно вылезать? Мало ли, что Дуче говорил. Тут есть некоторые сходства у режимов, действительно, вот с режимом Дуче, конечно, есть определенные черты сходства. Но как раз то, что касается патриотизма, я не считаю, что это плохо. Ну, а что объявлять национальной идеей? Я считаю, что вообще не обязательно объявлять, что-то заявлять в качестве национальной идеи. Но если заявлять, ну, ничего кроме патриотизма и не найти. Ну, послушайте. Ведь вопрос... Ксюш, вопрос... Вопрос формы. Ты же понимаешь, про какой патриотизм... Да. Вот. Ты же понимаешь, какой патриотизм вопрос... объявил Владимир Путин. Вопрос в том... Но он сейчас об этом ничего не сказал. Ну, все же понимают, что он объявил государственный патриотизм. Вопрос в том, что понимать... Военный патриотизм. Под патриотизмом. Если патриотизм это любовь к родному государству, если патриотизм это любовь к начальству, если патриотизм это любовь к каждой наличествующей на данный момент власти, в этом ничего хорошего нет. Если патриотизм это действительно любовь к стране, если патриотизм это желание, чтобы страна была лучше, а это всегда готовность ее критиковать. Вот Солженицын, по-моему, говорил о том, что есть патриотизм государственный. Вот если действительно предлагается патриотизм государственный, официозный, в этом абсолютно ничего хорошего нет. Ты не сказал главного, что ты перечислил все правильные приметы сегодняшнего модного в этом сезоне патриотизма, но однако главное все-таки это сплотиться перед страшной угрозой Родине, понимаешь? Мы же все время, мы здесь да. все, как называется, вот ощетинились этими боеголовками и стали вдоль границы, взявшись за руки. Да, если враг говорить, не пройдет. Если говорить о моде, то последние два сезона носят именно так. Да, конечно. Сплочение вокруг вождя, сплочение вокруг родной власти, потому что враг у ворот, да. А враг у ворот, а внутри пятая колонна, которая суть агента этого врага, это старая песня, но я повторяю, что само по себе провозглашение патриотизма национальной идеи – это нейтральный тезис. Ну, где это было? Расскажи нам. Нет. Кроме как у Дучи в Италии. Нет, ну всякая власть... Германия. Всякая власть, она вообще говорит о патриотизме. Ну, не так. В Соединенных Штатах Америки патриотизм – это тоже... Он не провозглашается национальной идеей, но о нем говорится много. И, между прочим, очень искренне. И, между прочим, они там все очень большие патриоты. Просто у них это не выливается в ощетинивание против внешнего врага. У них вообще другая ментальность, другое восприятие себя в мире. Они очень самодостаточны. У них врагов никаких, по сути, свои нет внешних. И нет, потому что они так расположены, и нет, потому что их просто нет. Все враги далеко, они им не угрожают. И это мощнейшая держава в мире. Но любовь к Америке, превознесение Америки как самой успешной страны в мире, как лучшего места в мире для проживания, гордость флагом – это в обязательном порядке. В обязательном порядке. Там уровень жизни все-таки другой, согласись. Это связано не с уровнем жизни. У людей. Потому что уровень жизни же... нет людей, которые были бы довольны своим уровнем жизни. Понятно. Там работает судебная система. Вопрос... Ну, что я буду перечислять все преимущества? А я сейчас... Там демократическая страна, я сейчас в конце концов. Я сейчас вовсе не склонен сравнивать. Там выборы другие. Я сейчас вовсе не склонен сравнивать. Идут, ты же заслушаешься. Я сейчас вовсе не склонен сравнивать. Потому что, может быть, выше уровень патриотизма в Северной Корее, чем в Соединенных Штатах Америки. При том, что, да, при правильности того, что сейчас сказал. Поэтому сам по себе патриотизм, любовь к родине, в нем ничего плохого нет. Повторяю, если это превращается в запрет на критику... И в расправу с инакомыслящими. Потому что есть два варианта патриота. Один патриот говорит, что его страна лучше всех в принципе, точка. Другой человек хочет, чтобы его страна была хорошей. Вот разница огромна. Потому что второй критикует, второй болеет. Второй может бороться против действующей власти.
Первый никогда этого не будет делать. Для него власть всегда сакральна. Конечно, для сегодня для нашей нынешней власти вот этот вариант, он единственно возможный, единственно приемлемый. Как ты думаешь, эти шутки главы Чечни в Инстаграме, они приятны Кремлю? Вот этот прицел, в котором твои враги мирно беседуют с твоими другими врагами. Это приятно Кремлю, что рядом с ним есть, на его защиту встанет вот этот пехотинец? Ну, здесь есть разные точки зрения на этот счет. Я считаю, что неприятно. А что они молчат? А что они делают, ведь что ничего не происходит? А я считаю, что, я это уже неоднократно говорил, что они не могут его поставить на место, у них для этого нет сил. Потому что сделать ему просто замечание... Нет, этого мало. А замечание должно принимать форму какого-то конкретного действия, какого-то административного наказания. А если завтра на мосту убьют Касьянова? Для этого... Ну, зачем такие вещи? А почему нет? Или еще кого-нибудь? Голову врага бы нас очень модно приносить своему императору на блюде. Это очень... Непонятно, кто это сделал. Это неизвестно, это кто. Очень плохие, но кто-то. Это очень плохие шутки, я с тобой согласен. Я больше скажу, это не шутки. Это не шутки. Угроза не может выдаваться за шутку. А это реальные угрозы, угрозы грубые. Но ты меня спросила о реакции власти, да, нашей, о реакции Кремля. Я тебе отвечаю, что, на мой взгляд, сил поставить Кадырова на место у Кремля сейчас нет. Это первое. Второе. Есть такая позиция, с которой, может быть, стоит и согласиться, что Путин... как человек, который все-таки понимает, будучи очень опытным политиком, что нельзя все яйца складывать в одну корзину, это очень опасно, что нужна система сдержек и противовесов. Если не институциональная, у нас институты не работают категорически, то хотя бы на уровне ведомств и на личном уровне. И он противопоставляет друг другу, он разводит Кадырова и своих силовиков. Mm-hmm. Потому что и те, и другие нуждаются в противовесе. Вот таким образом он пытается как-то сыграть. Поэтому здесь, на мой взгляд, мне кажется это правдоподобным. Поэтому, на мой взгляд, здесь есть несколько составляющих. Конечно, ему, в общем, мило, если я говорю о Путине, ему мило то, что Кадыров все время дергает эту оппозицию. Хотя это смешно, потому что оппозиция – это полтора пожилых человека. И угрожать им всей мощью Кадыровской гвардии, это было бы смешно, если бы не убийство Бориса Немцова. Если бы не убийство Бориса Немцова. А в контексте убийства Бориса Немцова это выглядит зловеще. Но, помимо прочего, возвращаясь уже к Кадырову, мне кажется, что он заигрался. Потому что он уже не вполне себе представляет, а что делать дальше. Потому что ведь нужно ведь каждый раз следующий ход. Так он его делает, он на этом настаивает. Следующий ход должен быть более, да, более сильным, более жестким, чем предыдущий. Что дальше? Вот что теперь дальше? На мой взгляд, дальше будет тишина. На мой взгляд, дальше вот все это будет микшироваться. Потому что дальше он уже идти не может. Мало того, когда так он... кто-то пойдет за него. Когда он, Оля, когда он угрожает... Говоришь, когда он угрожает... Есть же целые специальные люди, которые, когда смотрят на это, они воспринимают это как руководство к действию. Ксюш, поэтому... Это же так. Это так. Но поэтому мне не нравится это гадание с употреблением фамилий конкретных людей. Это слишком серьезная ситуация. Потому что у нас действительно атмосфера угрожающая, она несет в себе угрозу, несомненно. И поэтому я бы не хотел там быть таким плохим прогнозистом. Тем более, что я надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Ну, теперь по поводу полтора пожилых человека. Я все-таки не соглашусь с тобой. Есть люди, которые еще мыслящие и смелые люди, которые все-таки еще верят в свой народ и в свою страну. И это не полтора пожилых человека, можно назвать и фамилии те, которые на слуху. Ну, хорошо, полтора десятка. И Карамурза, и... Ксюша, полтора десятка. Лев Шлосберг. Полтора десятка, ну, предположим. Хорошо. Ну, Алексей Навальный. Согласись, что эти полтора десятка мирных гражданских, ничем физически не защищенных людей, когда я сказал полтора человека, там вовсе не было никакого пренебрежения этими людьми. Эти люди делают свое дело,
они выступают против огромного, мощного государственного монстра, рискуя очень многим. Они бесстрашные люди, потому что в России оппозиционер всегда бесстрашен, иначе он пошел бы во власть и был бы лоялен. А он выбрал другую стезю, значит, он бесстрашен. Но при всем своем бесстрашии эти люди абсолютно беззащитны и физически бессильны. Они далеки от рычагов власти. Они далеки от возможностей использования каких-то военных или военизированных структур. Они беззащитны. Да. И поэтому все эти угрозы им со стороны такого мощнейшего центра силы, каким является чеченское руководство, физической силы, военной силы. Я повторяю, что это просто абсолютно неадекватно. Они делают ставку на выборы, продолжая верить в то, что возможно в нашей выборной избирательной системе вот такой выйти из ниоткуда, из облака, и сказать: я знаю, как надо, и тебя изберут. Конечно, в этом есть изрядная доля такого романтического, наивной романтики, но с другой стороны, мы знаем такие прецеденты. У нас тот же Лев Шлосберг побеждал. Другой вопрос, что его потом оттуда выдавили. Да? У нас и Борис Немцов побеждал. Другой вопрос, что его потом расстреляли в Москве. На каком уровне там они побеждали? Но все равно они могли... Это выборы. У нас сейчас... Это выборы, это возможность или нет? Или это уже нет? Выборы, в любом случае в них участвовать надо. Угу. В любом случае. Даже не потому, что это возможность. Возможность, я считаю, что... Я бы ее не переоценивал. Но, тем не менее, участвовать в выборах обязательно нужно. Этой серии делай, что следует, и пусть будет, что будет. Ну что ж, на этом мы завершим наш сегодняшний разговор. Спасибо, Николай Сванидзе, Ксения Ларина и программа «Особое мнение».